Друзья мои, всем привет! Сегодня у нас традиционно четверг, женский клуб, где мы с вами будем говорить про красоту. Если меня видно и слышно, отреагируйте, пожалуйста. У вас есть возможность ставить плюсики, аплодисменты, восклицательные знаки. А? Меня видно, отлично. Привет, всем добрый вечер. Так, ну что, всех с прошедшим праздником 8 марта, самым весенним, самым женским, самым таким, знаете, особенным. Вот прям как день рождения, правда же? Угу, спасибо. Поздравляю вас с этим праздником и желаю каждой быть самой неотразимой, когда мы смотрим в зеркало и нравится себе очень, да? Когда ты нравишься себе, ты нравишься всем в окружении. И этого можно достичь, используя правильно косметику. И у нас недавно прошел марафон масок, или маска-марафон по-другому. Он у нас был 7-дневный. Мы набираем второй поток на майские праздники. Он у нас будет 2-3 дня, и уже можно записаться личным сообщением. И мы сегодня поговорим с вами о том, как добиться быстрого эффекта, быстро увлажненной кожи, знаете, такой светящийся. Вот тот самый эффект, когда тебе нравится. Может быть, вас пригласили на свадьбу, может быть, на свидание, а может быть, у вас скоро день рождения, а может быть. Этих поводов может быть очень-очень много. И я могу сказать, что на этом маска-марафоне мы делали, знаете, вот маски использовали многие не так, как обычно. Это вот мне очень понравилось. Конечно, в рамках нашей сегодня встречи я вам всего рассказать не смогу, но рассказать, какие должны быть у вас маски в ассортименте для того, чтобы войти во второй поток, мы с вами разберем. То есть смотрите, у нас сейчас действует каталог номер какой? 3, по-моему, да? Такой праздничный тоже, яркий. Кстати, сразу вам скажу, что появился на складе вот такой вот наборчик сегодня. Смотрели, где-то у нас еще мыло с сердечком. Ну, было оно у меня здесь, с мылом сердечком, с вишней, девочки. Это же тоже настроение. Ты наносишь на руки вот этот увлажняющий крем с вишней, и там ароматерапия сразу настроение тебе придает, да? И вот есть на складе, его не было. А, вот мое сердечко. Смотрите, вот такое вот классное сердечко. Вишневый аромат обалденный. И вот такой вот обалденный кремик. Вот так вот. И стоимость очень лояльная. И как кто-то к вам в гости пришел, или вы куда-то собираетесь и хотите просто сюрприз человеку сделать, это тот самый вариант. Так, ну что, дорогие мои друзья, что-то есть в этом каталоге, что-то есть в следующем каталоге, что нам необходимо иметь для того, чтобы нашу кожу привести быстро в порядок. Сейчас я с вами поделюсь, что нужно иметь, какой набор, чтобы было понимание. Ну, а потом, может быть, что-то о самих масках, да, может быть, какие-то лайфхаки. Значит, нам необходим вот такой вот пилинг NovAge. Да, всем привет. Вот такой вот пилинг NovAge. Если нужно, опять же, пишите личным сообщением, коды разберем. Хотя, в принципе, у нас пилинга два варианта. Ну, давайте сразу буду вам озвучить. Тут у меня такая волшебная коробочка есть. Моя волшебная коробочка. Так, то, что касается NovAge, вот видите, NovAge, да, бренд, это самые новые технологии.
Вот. И мало того, что новые технологии, они разработаны и запатентованы компанией Oriflame. Не устаю говорить, что мне в этом году уже, в 2023-м, будет 49, да, а в следующем, боже, юбилей 50, ну, вообще никак. Мой возраст паспорта с моим душевным никак не совпадает. Я этому очень рада. И все это благодаря правильному уходу, о котором мы говорили с вами раньше. И вот такие вот масочки нам тоже помогают. Вот смотрите, вот этот пилинг, это может быть, конечно, скраб. Вот у меня сейчас скраба под рукой нет. Вот, но скраб есть и в серии Optimals. Это может быть скраб, знаете, такой вот с крупиночками. Но чем старше ты становишься, лучше пилинги щадящие. В чем их отличие? В скрабе идут такие вот как крупинки, косточки. И мы когда скрабим, хоть в Oriflame все скрабы подвержены лазерной шлифовке, они очень бережные, мне очень нравится скраб из серии Optimals. Он на гелевой основе очень такой, очень нежный, щадящий. Вот, допустим, скраб из серии Pure Skin, вот такая серия молодежная, там вот, знаете, скраб такой достаточно, ну, наверное, для молодой кожи он подходит, но я вот его пробовала, мне он некомфортный. Optimals гораздо комфортнее. Ну, а вот это под воздействием кислот пилинги, они расщепляют ороговевшие клеточки и помогают новым клеткам быстрее формироваться. За счет этого, когда расщепляются вот эти ороговевшие клетки, вообще, когда мы одежду снимаем, когда мы что-то делаем с кожей, у нас очень много отшелушивается вот этих ороговевших клеточек в течение дня со всего тела. И, конечно, нам помогают в этом скрабы и пилинги. И вот эти пилинги, они кислотные. В домашних условиях разрешимая такая норма, да, которая только на благо нам, да, ничего плохого не сделается с нашей кожей. И вот этот пилинг, который в белой упаковке, он как маска. Он как масочка такой, да, густой. Причем как маска, знаете, очищающая. Мы наносим хорошим слоем, используя кисточки. В действующем каталоге есть кисточка. Это очень, знаете, комфортно, это очень удобно. Ну, тебе даже нравится. Ты как будто бы в салоне, когда ты себе наносишь масочку. И вот мы неделю наносили маски для того, чтобы к 8 марта вообще сиять, сверкать, и чтобы наши морщиночки, которые даже чуть-чуть захотели появиться, чтобы они у нас просто вот разгладились. Вот этот пилинг дает видимый результат. Вот мы его наносим на 15 минут хорошим слоем, и через 15 минут мы его смываем. И у нас кожа такая, знаете, когда мы смываем, гладкая, она осветляется, и результат он все-таки видимый. Мне, знаете, говорили девушки, которые у нас ухаживают вот каждое утро, вечер, ухоженная кожа. И мне говорит, Лариса, я не сильно видна, но молодая кожа. Конечно, такого прям результата может быть и с первого раза и не заметишь. Но если уже возрастная кожа и замедляется вот обмен старых клеток на новые, да, то вот эти пилинги, они нам в помощь два раза в неделю как минимум. Чем отличается вот этот пилинг в виде маски вот от такого пилинга, который в виде, знаете, сыворотки, он как масло, как маслечко такое. Вот с пипеточкой почему? Потому что одной, вот одна-полторы капли хватает на всю кожу лица, поэтому это очень экономичный вариант. И сейчас в каталоге он тоже идет со скидкой, обратите внимание. И этот пилинг, если нужно нанести и через 15 минут смыть, а у нас сейчас времени нет, все бегом-бегом, да, его, кстати, можно и утром использовать, и вечером,
то этот спилинг, почему для ленивых мы его называем? Потому что его не надо смывать. Мы на очищенную кожу после очищения, у нас есть очищающие гели. Ну вот сейчас у меня очищающая такая пенка для чувствительной кожи, и вечером мы можем использовать гидрофильное масло. Если есть вопросы по гидрофильному маслу, напишите, и я вам расшифрую, что это такое, когда мы его используем, и почему оно называется гидрофильное масло. Значит, на очищенную кожу вечером, обязательно вечером, наносим капельку, полторы вот этого средства, и поверх мы наносим основной уход. То есть это сыворотка, это крем ночной, это крем для век. И все, и мы спим, и наша кожа обновляется. Ну, не знаю, как то, я утром, когда умываюсь, всегда чувствую гладкость кожи после этого средства. Поэтому многие отмечают, что эффект накопительный, но я не знаю, почему я чувствую вот даже после нанесения какая-то кожа как фарфоровая у меня становится. Ну, мне очень нравятся ощущения, я не ожидала, что они будут такие. Вот даже, знаете, когда наносишь разные масочки, испытываешь ощущение какого-то счастья, потому что они разные. Да, сейчас будем об этом говорить. Поэтому для того, чтобы наши маски проникли еще глубже и сработали для нас с вами эффективнее, нам необходимо 2 раза в неделю отшелушивать вот эти ороговевшие клеточки, чтобы обновить быстрее здоровые наши клетки, чтобы у нас кожа сверкала, сияла, была эластичная, и нас радовала. Так, про пилинги мы с вами разобрались, да, как только видите, я рекомендую этот, если вы хотите результат прямо сегодня и сейчас увидеть, и вот этот накопительный результат, но это если нет времени, то есть такой вы точно будете использовать, он будет рядышком у вас, пусть будет результат накопительный, но он будет, потому что времени у нас 15 минут зачастую вечером или утром некогда, это понятно? Какой выбираете вы? Мне нравится и тот, и тот. Кстати, обратили внимание, у меня серьги Норхен. И сейчас тоже есть очень классная акция. Это у меня с гранатом. Вот смотрю, вижу и хвастаюсь. Но это старая коллекция. Молодая кожа как раз, ей комфортнее скраб. Но вот Optimals очень классный скраб, можно в любом возрасте его использовать. Мне больше нравятся уже эти средства, возможно, потому что кожа больше возрастная, и я понимаю, что эти средства работают бережнее с моей кожей. Так, ага, отлично. Серьги видно, ну это круто, с гранатом. Так, следующий момент. Нам необходимо, кроме скраба, запастись масочками питательными. Так, у меня сейчас 2 питательные маски. По-моему, нет, 3. 3 у меня питательные маски, потому что коробочка еще есть, да, запаса. 3 питательные маски. Вот такая маска с ягодами Годжи. Она сейчас есть в каталоге с хорошей скидкой. Еще и она большая. Вот эта линейка Love Natura, она 99,9 натуральные ингредиенты, да, процентов в каждой баночке. Вообще ценностью продукции Oriflame является натуральность от 70% в каждой баночке, вообще натуральные ингредиенты. Потому что многие спрашивают, а натуральная ли продукция компании Oriflame? Так вот, эта продукция не тестируется на животных, именно потому что процент натуральности высокий. Вот нам необходимо запастись питательными масками. Идеально, если эти питательные масочки будут разные, потому что от каждой маски вы испытываете разные ощущения. Вот эта масочка, кстати, она немножко пощипывает. Она чем отличаются питательные маски от увлажняющих? Питательные маски, они вот такие вот кремовые, видите? Я ее, в общем-то, сейчас нанесу даже на руки, И пока мы с вами будем общаться, у меня кожа рук будет питаться. Вот, будет кушать эту питательную маску. Реально, мы на марафоне, что... Продолжение следует...
Вот. Это маска с лавандой. Она тоже такая кремовая, очень комфортная. Так, сейчас мы ее нанесем. Смотрите, видите, кремовая тоже. Тоже очень классная. И вот эту маску не нужно смывать. Обращайте внимание, в инструкции сейчас у нас все больше и больше появляется масочек, которые мы можем нанести хорошим таким слоем, как крем, на очищенную кожу вечером, к примеру, на крем, либо просто на кожу очищенную, и не смываем ее, а смываем только вечером. И вот Женя делилась таким образом на маскомарафоне своими ощущениями, что маска впиталась, как будто бы какая-то пленочка на коже, а утром был эффект глубокого увлажнения. Причем лайфхак, вот такую маску на проблемные места можно кисточкой нанести пообильнее, да, вот кого, допустим, здесь беспокоят морщинки, то наносим пообильнее, и вы увидите, что через 15 минут ваша кожа буквально съест эту маску, несмотря на то, что, может быть, она у вас сухая либо увлажненная, вот, ну, в смысле, жирная, вот у меня жирная кожа, и вроде бы, казалось бы, жирная кожа, питательная маска нужна, и увлажняющую тоже. Поэтому все питательные масочки, которые есть, кстати, вот эта маска с ягодами, она еще очень вкусная, потому что это маска-йогурт. По-моему, это ограниченное было количество. Там был скраб-мармелад и маска-йогурт. Конечно же, она нереально, ну нереально вкусная. Вот, и она сиреневая такая. Видите, если эти уже льются у меня, то это достаточно густая. Так, ну по поводу смывать или не смывать, вы посмотрите в инструкции, ну вот на обратном. По-моему, на улице девчонки град пошел. Так, нам, значит, нужны пилинги, либо очищающие маски, скрабы вернее. Нам нужны питательные маски. Сейчас мы в сторону их уберем. Нам нужны еще, кроме пилингов и скрабов, очищающие маски. Очищающие маски, они на основе глины идут. Ну вот сейчас в действующем каталоге есть такая очищающая маска с углем. Очень прикольное ощущение, когда ты наносишь, и кожа такая черная, да, фотографии отправляла. Вот такая она. Есть такие еще светлые масочки. Рекомендую вот эту маску, очищающую на основе глины, наносить на Т-зону, там, где у нас поры. Вот на Т-зону мы ее наносим на 5 минут. Если кожа сухая, ну, обладатели сухой кожи знают, что у них сухая кожа, то можно или нужно даже избежать использования вот таких масок очищающих. Лучше использовать какие-нибудь очищающие маски. Сейчас я покажу. Так, например, очищающая маска. Жень, напиши, с чем это у нас масочка? Ой-ой-ой-ой, вылетела у меня из головы. Вербена. Вот эта очищающая маска с вербеной, она невероятно комфортная. Сейчас я вам покажу. Вот она вот такая, знаете, не с глиной. Она очень комфортная. Поэтому обращайте внимание, сейчас вот эта линеечка Love Nature, очень крутые маски, они такие небольшие, обратите внимание, да? Есть и большие, я вам показывала. Вот. Вот такая линейка масочек, она очень классная. И девчонки использовали еще увлажняющую маску Гранат, и я ее очень захотела. Вот я сейчас ее нанесла, такие классные, охлаждает прям, такие ощущения приятные. Масочка вербена очищающая, которую можно использовать даже для сухой кожи. Если кожа жирная или комбинированная, то очищающую масочку наносим на Т-зону. Это значит, вот у нас лоб, нос, крылья носа, подбородок.
Очищающую маску ни в коем случае не наносим на шею и декольте. Никогда маску на основе глины, потому что она, наоборот, поспособствует, как сказать, старению, да, потому что кожа у нас тут такая очень тонкая, и нам нужно очень бережно относиться к коже шеи, коже век и коже наших рук. Очень крутая маска из серии Pureskin. У кого проблемы с прыщиками, да, она очень хорошо подсушивает, подлечивает. Кстати, вернемся к пилингу. Здесь содержится салициловая кислота, и это не возрастная, ну, ее можно использовать и в юном возрасте, когда есть проблемы с кожей, когда есть прыщики, да. И изначально я ее заказывала для старшей дочери, для Кати, когда у нее были проблемы на лбу, много прыщичков. Сейчас у нее идеальная в этом плане кожа. Сейчас у нас у Анютки 13, получается, 14 год, как раз такой период, когда нужно правильно ухаживать за своей кожей. И на одном из таких клубов мы с вами об этом поговорим, потому что у нас есть дети, у нас есть внуки, и очень многие сталкиваются с проблемой именно в подростковый период. Если есть такие проблемы, вы, пожалуйста, тоже пишите здесь, пишите в чатах, пишите, вот мы организовали ВКонтакте наше сообщество про красоту. Очень важна и обратная связь, и ваши вопросы, насколько актуальна тема это для вас, уход за кожей в подростковый период. Поэтому вот этот пилинг тоже рекомендую, он подсушит, отшелушит, чтобы не было шелушений, подлечит. Значит, про скрабы мы поговорили, про очищающие масочки мы с вами поговорили, они нам нужны. Мы их наносим на 5 минут буквально на Т-зону. У нас еще есть отшелушивающий скраб, такой пленка, маска-пленка. Мы ее наносим, она такая, знаете, как жидкая, не видно даже, да? Сейчас я тоже сюда нанесу. Сегодня у нас тестирование по ту сторону экрана. Видите, вот такая вот маска-пленка, ее нужно нанести хорошим слоем. Ну, минут на 10-15 на очищенную кожу. И она, когда подсохнет, когда будет хороший слой, то мы вот так вот снизу начинаем ее поднимать, и она буквально поднимается и хорошо вытаскивает грязь с пор, с черных наших точек. Вот. А вот эти вот масочки, которые на основе глины, они эти поры очень хорошо, знаете, как закрывают, стягивают. Поэтому после очищающей масочки поры чистые, тоже 2 раза в неделю использую. И они, знаете, как сужаются. Кстати, слышала еще такой лайфхак на тему подумать. Почему используем, тем более, чем старше становимся, все-таки пилинги, а не скрабы, потому что скрабы расширяют наши поры, они делают их, ну, все равно как побольше, да? Это бережное отшелушивание, мы нанесли, смыли, и наоборот, эти поры у нас закрываются. Так, что еще? Мы еще с вами не поговорили про увлажняющие маски. Увлажняющие маски. Но это вот у меня новое, у меня есть открытое, но новое у меня оказалось под рукой, так скажем. Так, увлажняющие маски, они у нас гелевые. Их сразу мы можем отличить от питательных, потому что питательные маски, они у нас такие, знаете, кремовые, то увлажняющие маски, они у нас гелевые. Вот, но эта маска у меня закрытая, так. Кстати, у меня вот еще одна очищающая маска есть. Они похожи. И она тоже, видите, вот такая. Она идет, маска глиняная, глина, но светлая. Почему-то светлые, вот черную маску наносишь, такое ощущение, что от нее наоборот. Ну, хотя, в принципе, уголь, он же всегда очищает, да? Поэтому
так интересно, очищающая маска и черная. И в этом каталоге, кстати, вот очищающая и увлажняющая, они вместе. Сейчас даже объясню, почему. Так, эту не буду открывать, она у нас новая. Но у меня есть такая открытая, она гелевая гель. Вот я вам покажу на основе вот этой. Вот это тоже маска увлажняющая. Даже, знаете, тут мелко написано, я могу даже не читать, посмотреть, какая это маска и понять, какая она гелевая, или, в смысле, увлажняющая или питательная. То есть запомните одно, увлажняющая она гелевая, а питательная она у нас жирненькая, да, кремовая. И ту, и другую обязательно нужно иметь. Смотрите, какие красивые масочки, тоже из серии Love Nature. И себя под такой подарок порадовать, и просто подарок-сюрприз приятный. Обращайте внимание, они частенько бывают в каталогах. Вообще продукции 1500 наименований, все не увидишь в одном каталоге. Поэтому нужно взять как минимум ближайших 3 разных каталога и уже иметь представление об ассортименте. Да? Вот такая вот красивая. Тут либо на один раз на лицо и шею декольте, потому что лицо у нас начинается вот отсюда, да? Вот. Либо на двоих, к примеру, сразу использовали, либо... Мы открываем, прям, знаете, хочу открыть, понюхать, потому что мы ее будем использовать. Еще раз говорю, ароматерапия. Посмотрите, здесь апельсин, инжир. Вот, очень красивая упаковочка, прям обалдеть. Ну и очень приятный аромат. Во многие продукты компания добавляет эфирные масла. Так. Это у нас масочка тоже гелевая. Обязательно ее попробую в ближайшее время. Ну, видите, можно вот так вот прикрыть, но она все равно открывается. Ну, хотя нет, в принципе, нормально. Можно чем-то прищипнуть, вот так вот сделано. Ну, она больше одноразовая, мне кажется, максимум 2 раза. У нас еще есть увлажняющая маска, но она, ее тоже не надо смывать. Она стоит копейки, но эффект дает потрясающий. Эссенциале такая у нас серия есть. Обратите внимание, она есть в действующем каталоге. Ее хватает раза на 2-3, я ее наношу на шею вечером, не смываю. Но вот она как раз очень хорошо увлажняет, но выглядит как питательная. Вот, очень-очень мне нравится, рекомендую, если с заказом могу девчонкам подарить. Но объясняю, что ее смывать не надо. Честно сказать, с первого раза я ее не распознала, не раскусила, не поняла. Вот. И только потом я ее смывала, потому что мелко написано, не все прочитаешь, знаю, что маску надо смывать. Так вот, запомните, что сейчас маски, обращайте внимание, обязательно читайте. Очень многие маски сейчас не надо смывать. Представляете, какая красота? Я знаю, что Женя очень радовалась, вербена и еще что-то. Угу. Так. Значит, что у нас, значит, пилинг либо скраб нам необходимо даже на маска марафона, либо использовать дома. Нам необходима увлажняющая маска, нам необходимы питательные маски и очищающие. Вот в принципе, и желательно, чтобы они были разные, чтобы мы могли ощутить разный эффект и разное нанесение, разные ощущения. Так, какие у меня еще тут масочки есть? Сейчас я... Так. Маски для волос есть. Но это другая тема. Ну, в смысле, покажу вам. А, и маски тканевые. Ну, у меня сейчас вот есть тут просто Novage. Вот эта маска особенная. Они разные тоже есть. Все линейки Novage. Сейчас со скидкой идут Love Nature. Тоже идут, там и абрикос, обратите внимание. Кто пробовал тканевые маски, эффект потрясающий, ощущения обалденные. Вот, Novage, опять же, повторюсь, новые технологии. В Novage тоже есть разные маски. Вот это самая, наверное, крутая. Она идет из биоцеллюлозы, знаете, она идет не тканевая, а как вторая кожа, она с двух сторон защищенная, и в состав входят такие компоненты, как ниацинамиды, которые укрепляют защитный барьер кожи.
подтягивают кожу. Эффект виден сразу. Было много. Мы вот так вот отрезали, вытаскиваем масочку, если вы до маска марафона захотите использовать, вытаскиваем, вот прижимаем немножко упаковку и вытаскиваем масочку весь, ну как бы мы ее не отжимаем, и в то же время ненужная сыворотка, чтобы не текло с нее, потому что сыворотки здесь много. Остается в упаковке, она нам тоже понадобится. И желательно тканевые маски накануне их в холодильник положить. Тогда можно и утром использовать, и вечером. Ощущение просто непередаваемое. Она и так холодненькая. А с холодильника она вообще бодрячок. Вот. Ну и действуют они тоже хорошо. И мы, вот допустим, вот эта маска с двух сторон защищенная, мы сеточку убираем, накладываем на кожу, потому что она очень тонкая. То есть тканевая, она хоть мы ее чувствуем, то здесь она наитончайшая. И убираем второй слой, другой. Вот, сидим минут 15-20, и на маскомарафоне мы еще узнали, что вот такой вот аппаратик Skin Pro, он ультразвуковой, его вот так вот мы включаем, слышите, да? И по массажным линиям, по масочке мы по массажным линиям вот так вот проходимся. И вот эта сыворотка вбивается быстрее. Вот это лайфхак. Потом еще смотрите, какой момент. Мы когда вот так вот, кстати, вот здесь вот есть кнопочка, мы когда включаем, на нее нажимаем, и он не выключается, не подсказывает нам, что переключись на другую сторону, да, что нужно уже другую часть кожи лица массировать. И знаете, когда мы проходимся по масочке тканевой, мы проходимся, делаем массаж, вбивается быстрее, и потом очень аккуратненько вот этим вот ноликом мы очень аккуратненько, нежненько, не растягиваем, вверх вот так вот приподнимаем наше веко. Потому что, оказывается, у нас кожа запоминает, в какую сторону мы ее натягиваем. А когда мы крем наносим, умываемся, все по массажным линиям, сейчас покажу, вот таким вот образом, потом мы используем здесь на масочке у нас сыворотка, и мы здесь сыворотка у нас остается, и мы вот так вот аккуратненько, вот таким образом, очень аккуратно приподнимаем здесь верхнее веко. Для меня это был, девочки, вообще лайфхак. Я так никогда не делала. Это делились лидеры, кто уже, ну, знаете, вообще эти маскомарафоны, они родились в период пандемии. Мы с девчонками тоже собирались, вспоминайте, да, вот, и общались. Почему мне нравится еще Zoom? Потому что там, ну, реально девичник, там бы каждый из вас мог говорить, мог поделиться, это у нас был выпускной, когда мы могли поделиться, да, друг с другом. На Зуме. Вот здесь получается, что я разговариваю, и только ваши смайлики могут быть моей поддержкой, что вы со мной, вы слышите. Вот. И это дает мне, конечно, энергию, потому что когда ты видишь глаза человека, вот опять же, в период пандемии у нас появились вот такие инструменты, когда мы можем все больше и больше разных использовать и общаться. Так. Плюсики поставьте, вы со мной, девчонки. В принципе, мы подошли к завершению. Так, 39 минут. Что вам еще показать? Значит, давайте несколько лайфхаков еще. После пилинга. Плюсики поставьте, если вы со мной. После пилинга мы наносим увлажняющую масочку в тот же день, когда использовали пилинг. Вот. Никогда так не делала. Всегда использовала сегодня пилинг, там, допустим, через несколько дней увлажняю пилинг, маску. Вот. Но это дает очень классный эффект.
Кстати, мы знаете еще, как использовали? Вот, допустим, нанесли пилинг на всю кожу лица, через 10-15 минут смыли, нанесли очищающую маску на 5 минут на Т-зону и нанесли увлажняющую либо питательную маску на всю кожу лица. Вот так в один день. Эффект потрясающий. Кожа сияющая. Вот если нужен быстрый результат, вот это то самое. Ну и еще для быстрого результата, сейчас я вам покажу, есть патчи. Так, есть два вида патчи. Опять же, когда я в первый раз начала их использовать, я не совсем их поняла. То есть вот такие патчи киви, они идут тканевые. Я их резала пополам и наносила на область века. Можно наносить на морщинки, на проблемные зоны. Опять же, такой маленький лайфхак. Вот эти патчи киви положить в холодильник. И каждое утро после умывания вот такие вот патчи киви. Сейчас я вам покажу. Они вот такие вот красивые. Вот такие вот красивые. Мы их наносим. И буквально 5-10 минут. И нашим мимическим морщинкам ну просто нет вариантов. Просто нет вариантов. Если мы бежим, кстати, первый раз я те патчи, которые использовала, окунула обратно, но в дальнейшем больше так не рекомендую делать, потому что там сыворотки рассчитаны непосредственно на то количество, которое есть непосредственно вот в этой упаковочке. Там 8 патчей. Если мы их режем пополам, то хватает на дольше. И если мы бежим, здесь у нас тоже помощник, вот такой вот аппарат Skin Pro. Он очень хорошо вбивает и нашим морщинкам просто не оставляет никаких вариантов. Но опять же, вот тут сыворотка у нас есть, и мы можем чуточку вот таким вот образом. У меня раньше было опущенное веко, девочки. Вот крем «Королевский бархат» и комплексный уход на Вейдж, он делает реально чудеса. Ну и маска «Марафон» меня тоже порадовал. Обязательно сделаю фотоколлаж, поделюсь в чатах. И еще есть холодильник. Я вот нанесла, с ними вымывание утром, наношу вот такие патчи. И чтобы кожа была увлажненная, вот такой вот ваун тонер. Просто вот так вот беру и распыляю. Если вы сидите на работе и хотите новых ощущений, нереально обалденный аромат. Вот в этом тонере, да, нет такого обалденного аромата весеннего. Ну просто нереально круто. Если вы идете на свидание, просто необходимо на кожу нанести этот тонер, потому что аромат настолько тонкий, настолько нежный. Ну, ты просто влюбляешься в него и хочешь еще и еще брызгать. Вот. Тем более вот так вот почему нужно встряхнуть, потому что здесь есть такие светоотражающие частички. И они вот здесь есть такие светоотражающие частички. И они вот где-то на коже под воздействием света, они начинают играть. Вот так. Вот это я вам показала. Кстати, мальчикам можно дарить вот такую штучку. Очень хорошо увлажняет кожу. Это все на основе гиалуроновой кислоты. А гиалуроновая кислота, это она удерживает влагу. Да? Кстати, из этой серии использую вот такой вот, можно сказать, как крем-стик для век. Потом, да? И он в течение 24 часов удерживает влагу. И вот этот вот тонер, он делает то же самое. Он покрывает невидимой пленочкой нашу кожу и в течение 24 часов удерживает влагу, тем самым увлажняет нашу кожу. Вот эта серия Wound, она вся увлажняющая. Очень хочу
тоже масочку. Там есть разогревающая, очищающая маска и маска ночная, которую ты на ночь наносишь и оставляешь. И утром только смываешь. Вот из серии Novage я не видела человека, который бы не влюбился вот в такую ночную маску, которую мы наносим либо поверх ночного крема после основного ухода нашего, да, каждодневного, либо вместо крема. Вот, я сейчас использую вот такие вот капсулы. Они идут 45-50+. Но вот это как ресторан нашей кожи, для нашей кожи. Вот в завершении о ней, наверное, расскажу. В смысле, о капсулах. Есть еще королевский бархат, капсулы и Time Restore. Это линеечка идет 50+, когда возникают такие изменения в организме, как менопауза, гормональные изменения, очень кожа начинает стареть быстрее. И есть такая линейка комплексного ухода, которая поддерживает состояние кожи. И я знаю очень много положительных отзывов. Вот. Это основной уход. А вот такие вот капсулы – это дополнительный уход. Это ресторан по-другому, чтобы было понятно для нашей кожи. Вот такие вот капсулки, рыбки. Значит, мы не пьем их, потому что были случаи. Мы вот эту головушку отрываем, выдавливаем себе на руку это маслечко. Здесь 6 видов масла и ничего другого. Именно поэтому они в капсулках. Королевский бархат тоже мне нравится, но там больше как не масло, а сыворотка такая, да? И мы наносим, когда на кожу, и кожа прям такая бархатная. Я сейчас использую каждый день в течение месяца. Здесь 30 капсул. Вечером вместо крема. У кого кожа сухая, более возрастная, этой капсулы мало. Поэтому поверх вот такого капсулы этой, да, которую мы наносим на кожу лица и шеи, мне хватает, девочки наносят еще крем поверх. Мне хватает вот этой капсулы. Кожа вот такая у меня увлажненная, бархатистая. Причем как-то ощущение и эффект от этих капсул и от королевского бархата разный эффект, разные ощущения. Я даже не могу сказать, какие нравятся больше. Знаете, нравятся и те, и эти. Потому что и консистенция совершенно разная. Вот. И эффект потрясающий, потому что кожа подтянутая. Если не ухаживать каждый день за кожей, все равно рано или поздно женщина задумывается, то ли идти мне куда-то под нож ложиться, то ли уколы красоты делать. Да? Кстати, уколы красоты, если женщина делает, вот такой уход только продлит действие этих уколов. Поэтому каждый выбирает свое, но еще раз говорю, почему мы организовали, почему я организовала вот такой женский клуб, да потому что последнее время именно девчонки разного возраста, когда особенно меня давно не видели, начинают спрашивать: «Лариса, ты колешь эти уколы?» У меня все в окружении начали колоть. Я задумалась уже, но я смотрю на тебя, и это сподвигло вот прям делиться с вами, показывать своим примером, своими результатами, что в домашних условиях хорошим уходом можно продлевать нашу молодость и красоту. Кто-то скажет: «Ну, Лариса, у тебя столько баночек». Но, знаете, я заказывала эти баночки и для себя, и для девчонок, и попробовать хочется. И есть возможность, потому что в Oriflame есть возможность просто пользоваться для себя качеством по доступной стоимости. Есть возможность экономить, оформить для себя скидку. Если вы смотрите это видео, обратитесь к человеку, который вам его показывает, и скажите: «Я хочу пользоваться с дополнительной скидкой. 20% все-таки это хорошая скидка, согласитесь».
И также можно другим людям рекомендовать пользоваться со скидкой, и ваша скидка будет еще больше, потому что 20 – это скидка у нас постоянная. А если ты рекомендуешь людям пользоваться также со скидкой и оформляешь ему такой же личный кабинет, как и у вас, который дает возможность пользоваться и скидкой 20%, еще и акциями, да? Вот сейчас, допустим, у нас акция, сейчас покажу. Ну, то есть, если мы другим рекомендуем, там еще дополнительный процент. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 22. Вот у меня получается на все 22 плюс 20, 42% скидка на весь ассортимент. Скажите, я пойду куда-то в другое место, если у меня практически 50% скидка. Конечно, я буду пользоваться здесь с удовольствием и позволю себе все, что я хочу. Поэтому я желаю каждому из вас как можно больше получить скидку в компании, в партнерстве с компанией Oriflame. Это реально и возможно. Выбор остается за вами. Иметь 20% скидку или 42 как минимум, да? Вот, я выбираю 42. Какую вы выбираете? И выбираю еще пользоваться, не только пользоваться качественной продукцией, а еще и постоянно баловать себя такими подарками. Вот сейчас, допустим, идет акция в этом каталоге, вот действующем, который я вам показывала. Размещаем заказы. Ну, там от 50 баллов, баллы под каждой стоимости. Это примерно на 3000 заказ для себя и для знакомых. Не такой огромный. В следующем каталоге заказ примерно на 3000 рублей. То есть для потребителей такие акции классные. И вот этот весенний аромат за 349 рублей в следующем каталоге мы забираем. А таких акций было много. Я вам так скажу по секрету, что вот эта вот масочка с огромным набором продуктов у меня пришла в подарок от компании Oriflame. Потому что эта акция была немножко раньше, да? Недавно мы косметички обалденные забирали. Кто их видел, потом захотели еще косметичек таких, потому что они очень высокого класса, они модные, яркие, красивые, и копейки стоили для нас, потому что мы выполняем такие небольшие условия. Акции для потребителей. 50 баллов. Пожалуйста, для себя, для знакомых организовал покупочку, в акциях поучаствовал. И вот такой ароматик будет радовать каждого. В следующем каталоге уже каждый может его забрать. Я вам скажу, что он очень весенний. Здесь зеленое яблоко, здесь белые цветы, зеленое яблоко и жасмин. Он такой ненавязчивый, очень нежный, весенний, приятный, женственный. Ну, короче говоря, просто нереальный. Да, сейчас в каталоге идет акция на Love Potion. Вот такой вот красивый, яркий, соблазнительный. Это когда на улице холодно. Или когда нас пригласили на свидание, и мы хотим покорить, потому что здесь афродизиаки. Мужчинам точно понравится, да? Но это более яркий аромат. Здесь шоколад, кофе, да? Ну, короче говоря, если ты хочешь шоколада и следишь за своей фигурой, то это как раз тот случай побрызгать, насладиться. Это совершенно другой аромат. Он сладкий, яркий, манящий, я бы сказала. Потому что он мне тоже безумно нравится. Но я им брызгаюсь не часто. Но иногда рука тянется для настроения. Но я вам скажу, когда жарко, я его никогда не использую. Но если мне хочется вот такого яркого аромата, я использую крем для тела из этой линейки. Очень рекомендую. Он тоже сейчас идет либо в каталоге, либо по акции. Вы когда наносите крем на теплое наше тело, и он прям, понимаете, благоухаешь вот таким ароматом. И летом мне этого хватает вообще. Вот, поэтому и для весны, и для лета, и для свиданий, и для хорошего настроения, ну все можно найти в каталогах. Вот, поэтому если у вас возникают вопросы, пишите, обращайтесь. Мы уже, пользуясь больше 15 лет, уже экспертами здесь продукции стали.
и можем не только для себя подобрать, но еще и вам поможем подобрать с гарантией, если возникают какие-то вопросы. На этом наш эфир подходит к завершению. Я наши патчики снимаю. Я тут еще дополнительно привела свою кофту в порядок вместе с вами, да? Вот. Всем отличного настроения и красоты. Так, так, так. Не могу завершить. Ага, вот отвис. Всем пока. Всем быть очень-очень красивым. И отличного глаз. Завершить. Не хочет. Не хочет с вами расставаться. Не хочет с вами расставаться.